Уроки жонглирования булыжниками для девушек. Откуда вы? Из какого города? Из Санкт-Петербурга. Проверяйте. Проживает на опушке очень добрая ежиха. Лучше нет ее хозяйки, поварихи и портнихи. Как-то раз она решила, помогу друзьям немножко, занавески зайцам шила. Мишки просто не в берлогу, белки рыженькой подружки и знакомой тете пчелки. Шила мягкие подушки и платочки два из шелка. Как того в лесу случайно зацепил карман сучком. И упрямо печально заглянул к ежихе в дом. И без лишних разговоров помогла ежихе бой. Теперь с карманом новым, волк гуляет с новым поле. Вам понравилось? Возьмите. И если вам понравилось, то так и скажите, что нам понравилось. Нам понравилось. А тебе? Мне тоже очень. Они такие смешные. Все, снято.